Тем временем в Ярославле сегодня завершился первый этап съемок полнометражного фильма «Осколки снов». Несколько съемочных дней станут результатом всего лишь тизера будущей картины. Вторая волна кинопроцесса намечена на летние месяцы, а в 2016-м фильм должен выйти на большой экран. Основой для сценария послужил личный жизненный опыт режиссера. Была у меня авария, в которую я попал. Месяц был в коме. И потом долгое время лежал в больнице, то есть была возможность подумать, порассуждать там, о всем произошедшем, о жизни. И все, и как-то полилось.